Магазин. Что в будущем муж? Я не понимаю, что ты говоришь. Так. Эти шлепки. Аюска, Аюска, ты всем пишешь, да? Я это в других чатах видела просто. Хорошо пишешь, вот что самое главное. Я далеко работаю. Дорого тебе обойдет. Ну, я тебя помню просто, Юс. Нет, нет, я тебя видел в других чатах. Мага, чехлы поправишь, да? Блин, чуть колбасу не закинула. А? В тапочке чуть колбасу. О, ужас один. Их уважаю. Да ладно, кого ты любишь? Я тебя знать не знаю. Я не хочу поднимать никого, я на работе. Я хочу, чтобы мои посетители вас слышали. Добрый день. Как дела? Нормально. Как вы? Что? Опять за медом пришли? Опять за медом? Нет, не подорожал. Нет, не помню, ушли. Где работаешь? Нет, я не в Москве. Не в Москве. А, Муслим, помню, да. Сейчас поняла. Как тебе дела? Послушай, ты кто? Да тоже нормально, все потихоньку. А, кстати, я сейчас схожу быстренько этот. Сюда, магнит. Хорошо? Вы что-то покупаете? 2 минуты, я сейчас зайду, хорошо? Давайте. Вы все? Все уже? Просто я выйти должна. Нет, нет, я знаю, они пока выбирают. Привет, Руслан. У меня все хорошо. Мы с ним как работаем? Ахи себе оставит эксклюзивчик. Да. 850 рублей. Нет, мегафон. Надо искать маму. Почему не узнал? Все? По карте? Вкладывайте. Сейчас вспомнил, да, кто? Чек нужен? Блин.
Короче, пока люди еще набирают, мне надо в магазин сходить. Спасибо, Руслан. Я на работе. Ой. А? Вкусный. Вкусный? Да, я сама пробовала. А сейчас вкусно. Сюда. Все у вас? Пакет. Да. Есть 42. Меньше нет. Я буду брать. Иди поработай с 9 утра. Без обеда. А посмотрим. 800. 600. 700. 600.